Приветствую вас на канале «Ароматы Казана». Сегодня у нас 1 февраля, идет небольшой дождь, но у нас хорошо есть крыша над головой, и мы сегодня приготовим мясо на гриле. Для этого нам понадобится 2,5 килограмма шеи свинины, 3 луковицы, 1 лимон, подсолнечное масло, также пищевая алюминиевая фольга, из специй соль, черный молотый перец, красный молотый перец и лавровый лист. Но делать будем в таком самодельном мангале. Сейчас я все нарежу и дальше включусь. Солим, перчим черным и красным перцем с обоих сторон. Раскладываем лук, лавровый лист и дольки лимона. Запечатываем все в фольгу и не забываем налить немножко масла. Ну и оставим мариноваться минимум на 2 часа. Сейчас займемся нашим мангалом. Пока будет распаливаться костер, займемся сметанным соусом. Нарезали укроп мелко, положили 4 столовые ложки сметаны и 2-3 ложки горчицы, а также щепотку соли и черного перца и чайную ложку чеснока. Чеснок буду использовать сухой. Все тщательно перемешаем и отставим в сторону. Прошло 2 часа, мангал готов. Выкладываем наше замаринованное мясо на решетку. Положили мясо на 1,5 часа на решетку. Время прошло, достаем наше мясо. Перекладываем наше мясо обратно на решетку без фольги и будем обжаривать с обоих сторон, ну, минут 10-15. Обратите внимание, какое получилось мягкое и сочное мясо. В качестве эксперимента завернем наше мясо, кусочки нашего мяса в лаваш вместе с луком. И обжарим на решетке.
Вот что у нас сегодня получилось. Какая красота. Мясо на мангале. Если понравилось, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал «Ароматы казана». Всем приятного аппетита!